Блять, вот представьте, это чисто пару слов, как бы сказать, какое нищее мышление. Люди там в этом не виноваты, но просто какое нищее мышление, когда у людей нет денег. Представьте, когда у тебя есть деньги, банально на еду, банально на жилье, банально на квартиру, на машину, на все, и ты не паришься этой хуйней, у тебя в голове нет этих проблем. И ты не думаешь о том, что завтра поесть на. Ты думаешь уже о чем-то другом, то есть о трудоразвитии.